Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что надо сказать? Привет, привет! На каком вы канале? Baby Go! Baby Go! Сегодня мы что делаем? Снимаем очередное развивающее видео, правильно? И сегодня у нас, Денечка, с тобой детский тренажер для пальчиков. Мы взяли баночку из-под анализа. Это все можно сделать в домашних условиях. Увеличили немножко дырочку на крышечке и приклеили на скотч. А также у нас есть подготовлен горох. Сейчас я расскажу, для чего все нам это надо. Эта игра у нас направлена на развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности и формирование правильного хвата горошины. Для чего нужно? Тремя пальчиками, Денечка, смотри. Папа вот держит горошину тремя пальчиками. Попробуй, возьми тремя пальчиками горошину. И это нам нужно дальше для развития письма. Чтобы правильно держать ручку или карандаш. Вот, смысл игры у нас как раз и заключается в том, что дети тренируют хват пальчиками горошины, что в свою очередь формирует правильное держание карандаша и ручки в будущем. Вот, и к тому же дети должны прикладывать определенные усилия, чтобы проталкивать горох в проделанную заранее дырочку. Вот, то есть у нас тут работает, получается, мелкая моторика и мелкая средняя моторика. То есть пальчики и кисть, наверное, да? И вот, и можем, кстати, посчитать количество горошин, которые мы опускаем в нашу баночку. Денечка, у нас там в тарелочке горошинки. Давай брать вот так вот горошины, смотри, за папу повторяй, и проталкивать туда. Вот так вот горошину проталкивать в баночку. Вот видишь, у меня одна упала. Тебе надо сделать то же самое. Только надо надавить обязательно. Нет, давай прицеливайся. Так. Давай. Ну-ка. Пробуем еще. Давай, смотри, я положу. Смотри, проталкивай горошину. Денечка, я тебе уже приготовил горошину, которую надо в баночку засунуть. Давай. Ты хочешь две сразу? А, ну хорошо, давай свою засовывай. Надо надавить. Не, старайся. Ничего страшного, методом проб и ошибок. У нас с тобой первое занятие на горох. Вот. Но не попало. Как не попало? Не попал, давай еще раз пробуй. Не попал. А сам? Не попал. Ну, надо посильнее чуть-чуть, Денечка. Давай я немножко отверстие побольше сделаю. Давай, старайся. Давай, держи немножко. Чуть-чуть, может быть. Давай, давай, бери. Давай, опускай. Так. Не попал. Ну, пап-то может, а Динь-то можешь сам? Не может. Никак не может. Надо некоторые усилия приложить. Так, смотри, папа еще одну просунет сейчас. Горошин. И ты также давай. Вот сюда. Пропихивай горошин. Так, нет, ты бочком. Давай, тут немножко тяжело. Это как раз смысл всего. Вот, друзья, одна есть. Нин, давай еще попробуем. Получилось же? Давай. Нет, бери. Бери, не халтурь, давай, бери горошину. Ой, что это у нас? Шлюни от напряжения, да? Давай. Так, 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 так. Вот так. Еще одна есть. Ну, держи вот эту горошину. Так, тренируем хват, тренируем моторику обязательно. Ну, отлично. Давай еще. Интересно же получается, Денюш? Ну, иногда сложно. Ну, улетел, ничего страшного. Держи эту горошину. Так. Прицелься. Вот. Вот, друзья, смотрите, сколько мы горошин собрали. Давай еще это доложим. Давай. О, это очень большая, наверное, для этой дырочки. Давай папа попробуй. Даже у папы. Ну, с трудом, но получилось. Еще это. Ну, давай, подними. Так. Давай, давай, давай. Ну, упала, да. Денечка, ну смотри, как у нас хорошо тренируется крупная и мелкая моторика пальцев и правильный хват. Давай, давай, немножечко посильнее. Папа. Папа, ну давай, папа, да, это большая горошина, папа пропихнет ее. Ой, даже папа не может пропихнуть такую большую горошину, да? Давай, давай, маленькую, давай. Отлично, и папа большую сейчас туда пропихнет.
Ой, упало, да? Вот так вот. И заканчиваем. Все, друзья, мы весь горох собрали в баночку, потренировали моторику, а также хват. И эти навыки потом в дальнейшем пригодятся правильно держать ручку и карандаш. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы давали вам очередные советы по развивающим играм. В следующий раз будут очередные новые развивающие игры. Ну а сейчас мы ненадолго с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас, ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Конечно. Давай. Дай лайк и забудь.